Сегодня начинается гастрольный тур известной рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда». Его организует Петербургский театр «Опера. Рок-опера». Вот только амичи, уже ставшие мировой музыкальной классикой спектакль, не увидят, хотя билеты поступили в продажу еще в октябре. Почему, расскажет Тахмина Тенесова. Рок-оперу «Иисус Христос. Суперзвезда» амичи должны были увидеть 1 ноября в музыкальном театре. Продажу билетов уже приостановили, однако все афиши снять не успели. Кое-где они еще сохранились. Этими плакатами в начале октября был обклеен практически каждый угол Омска. Сейчас от них почти ничего не осталось. Стоимость билетов варьировалась от 800 до 2000 рублей. На интернет-сайтах рок-опера до сих пор числится в предстоящих мероприятиях. Но билетов на спектакль уже не купить. Его нет, его сняли, и афиш даже нет, ничего нет. По религиозным, конечно, 5 октября, по религиозным каким-то там соображениям этого спектакля не делают у нас. Запретили. Кто там запретил, не знаю, и партия, или кто, но его не будет. А вообще продавались, да, билеты? Немножко, совсем, наверное, дня 4 продавались, не больше. Потом все это самое запретили. В самом музыкальном театре свою причастность к постановке вообще, а главное, к ее отмене, отрицают. Мы ничего не отменяли, потому что все это сплетня. В репертуаре театра такого названия нет. А как они тогда у вас собирались проводить? Они арендовать хотели, что ли? Это вы меня спрашиваете, я понятия не имею. Это вы у них спросите, кто собирался это делать. Между тем, на официальном сайте Министерства культуры региона заявляют, прокатчик сам отменил показ, исходя из коммерческих интересов. Странно, учитывая, что Омск не единственный город, где Петербургский театр планировал гастроли. Всего в программе их 17. Возможно, причина в другом. Активисты межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» обратились в прокуратуру Омской области, Генеральную прокуратуру и губернатору региона с требованием отменить постановку. По их мнению, спектакль безнравственен и несет угрозу духовным ценностям православных. Общественники планируют выйти на митинг. По своему сюжету рок-опера «Иисус Христос. Суперзвезда» является непрерывным богохульством, попиранием сакральных смыслов. Даже само название содержит недопустимые для каждого верующего человека слова. Там происходит вольная трактовка священных текстов. Нельзя глумиться над тем, что свято другому. Нации, которые не поддерживают свои ценности, погибают. Если 1 ноября не будет спектакля, то митинг, наверное, будет отменен. Между тем, рок-опера проходит в Омске не в первый раз. В прошлом году ее в исполнении труппы того же театра ставили на сцене концертного зала. И несмотря на митинги и пикеты православных активистов, постановку из репертуара исключать не стали. Тахмина Тенесова и Александр Рябуха. Новости здесь, Омск.